Приветствую вас, друзья. Продолжаем прохождение Сабнатики. Итак, да, мы на поверхности, мы всплыли. Кстати, у нас сообщение, сейчас почитаем обязательно. В прошлой серии мы получили какое-то сообщение. Когда мы посетили, по-моему, лабораторию, да? Да. И да, мы всплыли для того, чтобы построить краба. Нам нужен краб. Мы заражены, и нам надо глубже на... Там император, по-моему, Левиафан, да, по-моему, было, оговаривалось об этом. Он на 1400 метрах, там какая-то лаборатория еще одна будет. Посетим, посмотрим. Да, и я под краба уже все ресурсы пособирал. Вот здесь, в этом ящике, это все для краба. Там погружение и... А, у нас нет кианита. Нам нужен кианит. Так, уйди, F8, уйди. Нам кианит. Ну, нужен краб. Кианит мы знаем, где найти. Это в лавовый биом спускаться нам надо. Так, где у нас для постройки? О, наверху, что я туда-сюда бегаю? А у меня, да, есть место. Нет, не здесь, здесь. Да, вот он. Берем и погнали. Выпускаем эту штуку. О, краб сейчас будет тоже своеобразная у нас. Что еще? Я отсюда. Газанул. Так. Вы там тоже какие-то агрессивные. Ух, как глубоко. Там мотыля, кстати, я оставил. А нафиг он нужен. Все равно мы сейчас в циклопа его погрузим. И спускаться будем. Так, выпускаем. У меня вопрос, почему? Что за фигня? А, во, как надо. Интересно. Так, я не взял, по-моему, там, да, ингредиенты, да, я не взял. Пластливый слиток, аэрогель, эмалированное стекло, алмаз, свинец. Почему опять все сдвинулось? Какого? Я привык уже так к этому всему. Где этот грёбаный фонарик? Загребаем все, что у нас там есть. Я думаю, все поместится. Да, нет. Не поместится? Ну, никелевая руда, по-моему, там она потом пригодится. Там же никель отдельно не нужен нам. Для крабешника. Не, не нужен. Кстати, давайте сообщение почитаем. Сгоняем. Надо было сюда радиоприемничек приделать. Наверное, надо сделать это. Да. Я тут немножко зарядил тоже биореактор. Пусть заряжается. Так, сообщение слушаем. Я ни хрена не понял. Профиль инфекции Хара. Данный терминал содержит обширные данные о бактериальной инфекции, определенной как Хара. Обнаружение. Впервые открыт во время планового расширения сети в другие миры. Развитие эпидемии. Ошибка сети привела к провалу стандартной карантинной процедуры. Инфекция была загружена и быстро распространилась по центральным мирам. Утвержденных случаев смерти 143 миллиарда особей. Бактериальные механизмы. Внедряется в здоровые живые клетки и видоизменяет основную генетическую структуру. Симптомы. Стадия 1. Постепенное снижение иммунитета. Стадия 2. Зеленые поражения кожи и симптомы гриппа. Стадия 3. Непредсказуемые изменения в биологической структуре. Стадия 4. Полное отключение исполнительной функции. Приняты экстренные меры. Карантин центральных миров. Образцы бактерий распределены по изолированным центрам исследования болезни для разработки вакцины. Процедура лечения. Неизвестна. Но мы прочитали, вроде как-то... Вот этот император, он... У него иммунитет, что ли, есть какой-то там, по-моему, да? То есть, невосприимчив к этому... К этой бактерии. Итак, ладно. Что-то какая-то фигня там была.
Может, это и было. Вымерли все. Делаем крабешника. Надо вылечиться. Надо нам глубже погружаться. Во время первого управления костюмом краб вполне нормально испытывать чувство безграничной мощи. Операторы краба проходят несколько недель обучения для нейтрализации данного явления. Вам же придется самим научиться держать себя в руках. Мочить все будем, мочить. Не понял, он падает? Типа так спускается медленно. Не понял? Ладно. Welcome на борт. Добро пожаловать на борт. Welcome на борт. Да. Так, здесь есть у нас... Хыдыщ. Нормально. Мочи всех. Ну, какое приятное управление. В принципе, да? Эй, акула. Так, здесь движок типа какой-то есть. У него есть... такой запас своеобразный. Ох, нифига. О, у него прям, смотрите, шипы. Это для зарывания, наверное, в песок. Извини, креветка. Переросток. Итак. У нас есть краб. Давайте парканем его. Посмотрим, что мы можем сделать. Да, он паркуется хорошо. А, кстати, насколько он... У него глубина какая? 1100. А, 900. Я не понял. А почему 1100 показал? Ладно. Опять 1100. Не понимать. А, это энергия 1100. Вот, блин. Так, костюм краб-бур. Берем. Никелевая руда, как раз там 3 штучки. Да какого фига? Я не хотел. Да. Ладно. Пойдемте, циклопе, мы это все сделаем. А нет, у нас в циклопе нет модуля, по-моему, по улучшайзеру. Хватит энергии припарковаться? Да, хватило. Угу. Так, а где я его сделал? Никелевая руда здесь. Ну да, это придется... Придется нам спускаться... Ну да, здесь. Это в том. В доке. И посмотрим, насколько он сможет там погрузиться. Если у него 900 по дефолту. Так, это что? А зачем нам это? А, я там еще собрал же... Угу. Для погружения, ну там кианит нужен. Там нужен кианит. Так. А, вот. Это правая рука у нас бур? Да, левая просто удар. Кстати, там можно еще сделать кое-что. Модуль погружения. 1300. Нет, надо еще. Это мало. Надо нам максимум. Угу. Прикольно. Так, что у нас с собой? А, кстати, есть у него... Да, у него есть бардачок. Смотрите-ка, неплохо помещается сюда. Ага, хорошо. Ну что, погнали? Поищем ресурсы. Большие куски были, я знаю. Попробуем, как это происходит.
Так, мы близко. Там эффективность. А, можно собирать даже. Смотрите-ка, рыбёх. Так, грибной биом нужен. Блин, еще и потемнело. Не вовремя. Нам нужен литий, свинец, куча всего. Титан, да, говорите? Титан внизу, прям неплохо. Вот это опасная штука. А можно вот эти маленькие кусочки собирать? Ага, можно собирать так. Я хочу проверить на больших кусках. Ну, теперь не страшно, не то. А, как темно здесь, а. Во, это ты кто? Медная руда, нифига. Берем. Основной компонент проводки. А, вон как собирается. Добавлю на хранилище 2. Добавлю на 4. Слушайте, а много. Можно собрать с него. С одного куска. Сейчас посмотрим. Ага, уже не помещается, получается. И он уже к нам в рюкзак помещается, да? Ну-ка. Нет, пока еще помещается в этот. Костюм краб. Прикольно. Слушайте, хорошо как, а? Прям замечательно. Пойдемте еще дальше. Тут литий должен быть. Я где-то здесь литий собирал. Должен большими кусками быть. Во, 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 во. Вот это нам и надо. Мне просто интересно, сейчас будет в бардачок складываться или к нам уже в рюкзак. Как раз это и проверим. Много нам еще надо что сделать. 1300, в принципе, нам хватит спуститься за кианитом. Я думаю, да. Энергия, в принципе, нормально расходуется. Мысли. Уже не... Уже нет. А-а-а, тут надо уже... Разгружать, получается, да? Ну да. Он не помещается, он просто выбрасывает. Не подбирает. Да, он полный. Давайте все сгружу. Что-то еще есть интересное? Так, там та штуковина должна плавать. Если что, в пятак так зарядим. Темновато. Не падать, не падать, не падать. Стоим, набираем. Взлетаем. Да неужели? Так, ты кто? Титан. А,
внизу, смотрите-ка, там можно переключаться, в принципе, да? Получается, да. О, рассвет уже. Замечательно. Мы тут долго гоняем. Так, давайте посмотрим, сколько у нас там... Кстати, насчет воды. Да. Да, и батончик с треской. Бу-у-у. Смотрим. Да, можем еще рыть. Титан нам нужен будет. За магнетитом бы еще сгонять. Вот это было бы хорошо. Так, а то что? Интересно стоит. Не свинец ли? Сейчас глянем. Похож на свинец. Черный такой весь. Ну да, он и есть. Заберем сколько сможем. Сейчас пока собирается. Все, он не собирается, и, наверное, не будем больше тут сверлить, дрелить. Такой голос другой уже. Все, идем к циклопам. И, наверное... знаете что? Там энергоячейки могут быть. Я бы их забрал бы. Так, что было сейчас? Тень какая-то. Страшно. Так, ну это понятно, капсула. Аптечку я не буду брать. Там были энергоячейки. Так, ну давайте здесь глянем тоже. Что, к нам что ли? А ну пошла отсюда. Не, это нам не надо. Больше здесь и ничего такого интересного не вижу. Эффективность двигателя надо. Давайте глянем. Вот теперь в промышленных масштабах будем рыть. Так, что у нас тут? Кристаллическая сера, титан, никелевая руда. В принципе, вообще беспроблемно. Но это такое уже там на глубине. Блин, затмение пошло, да? Не есть хорошо. Мне бы не хотелось бы производить сейчас энергоячейки. Свинец. Сейчас отправимся. А ну его нафиг, погнали, короче. Где там у нас? Можно, конечно... Нет, разгрузиться, в принципе, за магнетитом можно сгонять, конечно. Тут недалеко. Да, прикольненько стало. Интересные манипуляции такие можно производить. Так, мы прибыли практически. Я бы крюк еще взял бы.
разгрузить надо. Мимо, 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 не хватило мощности. Ё-моё. Так, накопили, погнали. Во. Слегка подфризило почему-то. Давайте разгрузим. Медь. Так, у нас медь не помещается. Серебро, свинец. Литий. Значит, лития у нас мало. Так, ну как бы здесь все. Сейчас посмотрим, что у нас там. Да, куда ты лезешь? Тоже тут меди, куча всего меди. Литий, ё-моё. Так, литий... А, ну я не подобрал. У нас вообще нет титана. Так, хорошо. Это сбагриваем сюда. Там еще есть, что там? Выгрузим полностью. А, магнетит здесь у нас, да? Сейчас, наверное, отправимся, заберем. Так. Титан, я думаю, на глубине пособираем. Да. У нас там есть ящичек. Сложим все барахло. Вот так вот. Все остальное... А, вот это... Это вот сделаем так. Вот это... Сюда сгрузим. Вот это тоже нафиг нужен. И так, и так, и так, и так. Отправляемся в этот... розовый... биом. На всякий случай, мало ли пригодится. Чтобы потом не рыскать. Конечно, неудобно. Ну ладно. Далековато. Ой, пузыря сховали. Там много всего было. Нам в ту сторону приблизительно где-то. Так, я не металлолом, так что не огрызаться. Ты, блин, не долетели. Не доплыли. Да, мы здесь. Или не здесь. А, вот. Вот туда где-то. Так, а вон и вход. Так, вот грибы. Так, я думаю, с этими справимся. Даже сканировать здесь нельзя. У меня нет здесь комнаты для сканирования. Придется так чисто лазить на ощупь. А потом как-то еще подняться. Отсюда надо, да? О, что это? Золото. В принципе, давайте возьмем. Оно, кстати, у нас заканчивается. Оно нужно для изготовления каких-то там вещей.
Долго копает. В принципе, его хватит. Что произошло? Все. Закончился, да? А, нет еще. Ну, теперь все. Погнали магнетит искать. Я думаю, его кусочек... Что здесь? Во. Да берись ты. Во. Давайте, наверное, возьмем отсюда. К себе переложим. Замечательно. Так, это золото. Нет. Это... Да что, лотерея, что ли? Литий. Литий, так, чуть-чуть возьмем. Да, мы здесь были. Погнали туда. Да, нужен движок. Эффективность какая-то там повышается. Так, не хватит нам мощности. Таберистый уже. О. Так, вот кусок какой-то. Сейчас посмотрим, что это. Скорее всего, да, это магнетит. Два кусочка таких и хватит, наверное. Или один. Мы сейчас посмотрим. Так, эти червяки тут плавают. Как бы нам отсюда выбраться теперь? Я что-то об этом не подумал. Придется весь этот грибной биом пройти. Давайте посмотрим, сколько у меня. Можно еще один кусок. Так, литий нам не надо. На, давайте от него кусочек тоже отгрызем. Что? Что меня тут кусило? Кто кусает? Блин. Наверное, я шумный тут слишком. Все, хватит. Температура 14 сейчас рядом. Посмотрим. Пошел отсюда. Ой, как быстро. Конвульсировал. Да неужели? Надо воды побольше, кстати, забрать еще. Хорошо бы, конечно, еще очистительную там поставить. В нашей базе подводной, пещерной.
Да забирай его, забирай. Ага. Пока я не вижу нигде. Найм. Больно, больно. Так, 89, надо бы еще подремонтироваться, наверное. Вот, вот, нашел. И еще какой-то кусок. Надеюсь, не золото. Так, а это что? Вот золото, а это... А, это золото. И это золото. Ну да. Ну, нам надо это. Где? Вроде никого. Так, стоп, у нас уже перебор. Да, у нас перебор. Давайте сгрузим его. Отлично. Все, этот крайний кусочек. Подождите-ка, давайте золото все-таки пригодится. Больше, в принципе, и не надо нам. Пошел отсюда. По-моему, сразу скопытился за раз. Так. Так, пока собираем. Золото нужно, а то, да, какие-то там уже все... А, нет, еще нет. Берем дальше. Крикейте. О, там еще что-то есть, смотрите-ка. Я не пропустил то случаем. Сейчас посмотрим. Не, не пропустил, там, по-моему, мы читали. Да что еще, кто кусает? Пока берем. Просто, по-моему, там не было золота. Так, сейчас собирается. Ух. Шумлю, наверное, сильно. Смотрите-ка, еще собирает. Все. Нафиг. Уходим отсюда, наверное, попробуем там вылезти. Да, мы здесь читали. Сообщение было. Золото, да, еще есть. Нам пока не надо. Иди отсюда. Мое теперь гнездо. Надо починиться. Так, где мы? Нам, наверное, туда. Блин, не заблудиться бы. В ту сторону, скорее всего. Это что? Просто куда? Уйди отсюда. Их тут два целых. Догоню сейчас.
Так. Надо выходить отсюда. Где мы? Пока непонятно. Это я возвращаюсь. Ну да. Нам не сюда. Явно. Нам в ту сторону и посмотреть, где там можно выйти. Ого. О. Там спуск какой-то. Сейчас сюда загреться, нет? Нет. Такое ощущение, что мы не вылезем отсюда. Придется делать... Как бы не хотелось это сделать. Эффективность двигателя. Или что-то вроде этого. Так, посмотрим. А, вот он выход. Все, я понял. Так. Надеюсь, выберемся. Да, я вижу выход. Смотрите-ка, выбрались. Ну что такое? Почему застрял? Вот ё-моё. Так, погнали. Мы что, не помещаемся? Мы здесь не помещаемся. Прикиньте. Мы здесь не помещаемся. Проблема. Хотя подождите, почему не помещаемся? Должны помещаться. Так, еще раз. Давайте бочком. Да, поместились. Хорошо. Уходим отсюда. Все, что надо было, мы собрали. Ух. Так, мы здесь были везде. Так, долетим до туда. Да. Можем даже до туда. Ну, давайте здесь. Относительно недалеко, в принципе.
погружаемся в циклоп и идем туда, к нашей базе. Сейчас парканемся. Итак, для профилактики. Мало ли. Желание отбил немножко. Не долетим? Не долетели. Ну, хоть до этого выступа. Так. Какое хорошее здесь жилище, кстати, было строить. Самое то было. Где он там? Да, уже близко. Много ресов насобирали. В принципе, и свинца. Сейчас распределим все. Неудачно немножко стоит, но ничего. Тут там агрится. Че он хочет от нас? Понятно, уже не хочет ничего. Разгружаемся. Так, литий. Магнетит. Заканчивается тоже, кстати, он. Что у нас тут еще? Забираем все. Ну все, не будем возвращаться к этим материалам. Они у нас, в принципе, все есть. Хотя там скрижали, по-моему, да, делать? Какие-то. Титан надо еще. Ну вот, под заглушечку. Медиахи тоже хватает. В принципе, много всего. Да? Так, никелевая руда. Это мы будем там это все делать. Давайте сгоняем за водичкой. Сейчас отправимся кианит добывать. Так, отлично. А, у нас есть соль, в принципе. А, хотя давайте возьмем с собой еще чуть-чуть. Так, возьмем и... Нет, давайте еще. Угу. Так, там уже... Угу. Закончилось. Пусть так. Заряжается. Погнали, нам надо к нашей базе подводной. Слишком быстро идем, типа? Да, нормально. Так, моя бага, наверное, по правой стороне. Да, по правой стороне пойдем. От острова. По идее, там вот это
вход в пещерный биом будет. Надо зарядить бы энергия ячейки. Одна у нас там, по-моему, заряжается, которую с мотылька мы разрядили. Так, где-то тут страшная штуковина плавает. Вон она, их тут две. Все, а еще и слева, вон там где-то. Не видно отсюда. Так, близко. Сколько их тут? Так. Тихо. Ой. Вот она. Разворот. Так, 27% вырубаем. Титан. Погнали. Ну, вроде все. Ну, быстро, в принципе. Вернулись. Так, вот этот перегрев нельзя долго. Вот поэтому нельзя было. Блин. Где? Вот он. Вот как раз у нас первые поломки. Все? Да, все. Фу. Да. Ну, погнали. То есть злоупотреблять нельзя вот этой штукой. На полную мощь выводить. Потом повреждения, кстати, можно. Если... Внешние повреждения потом можно будет ремонтировать, если вдруг какие-то где-то зацепило или еще кто-то покоцал.
Так, все. Отлично, вернулись. Давайте в краба сразу. Здесь у нас все хорошо. Кристаллов хватает. Перепаркуем их. Итак. Да, кстати, вот. Кстати, медяха. Никель, точнее, да? Где-то я тут видел кусочек. Мы можем его добывать. Ладно, давайте пока парканем. Включим. Так, не может так, надо, блин, инерция слишком большая. Вот так вот. Все. Отлично. Смотрим. Нам нужен никель. Выросло? Выросло. Так, 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 так. Никелевая руда, вау. Ну, знаете что, давайте... Все-таки заменим тут все. Но соли-то не совсем так много. Что у нас тут? Так, ячейки. Забираем все. Да что? Съел. Зря. Ну ладно. А здесь есть? Да, тут есть. Хорошо. Замечательно. Так, смотрим. Тут забираем, наверное, тоже, да? Пустая. Пустая? Все пустые. Ничего себе, как мы все доплыли. Так, только одна, что ли, никелевая руда? Другой не вижу. А, ну вот как раз там в зеленой этой штуке. Так, и эти тоже пустые. Пусть заряжает. Это сейчас быстро зарядит. Ну, пока за этим сгоняем. За рудой никелевой. Так. Почему-то мало. Мало. Я видел два куска здоровых. О. Значит, за кианитом сгоняем. Хотя я что-то как-то не уверен насчет кианита. Потому что опасненько. Ну вот. Теперь у нас есть этот ресурс. Нет, за кианитом, наверное, сейчас сгоняю все-таки. По-другому никак. Руку захват, конечно, надо бы сделать. Но там, по-моему, кианит нужен. Давайте глянем. А, нет, смотрите-ка, литий, бензол, расширенный комплект проводов. Сейчас замутю. Потому что с этой штукой легче передвигаться, по-моему. Там крюк такой. А, все, да? Все. Пусто. Больше нет нигде. Давайте посмотрим сейчас.
Ну, в принципе, да. Забираем. Так. Надо сделать, значит... 99%, кстати, отремонтировать надо. И... Так, расширенный комплект проводов там, по-моему, да? Комплект проводов, золото, микросхема. Медный провод, золото. Ясно. Давайте сейчас быстро сделаем это. Быстро не получилось. Придется построить улучшение стыковочного шлюза. Там это все строится, по-моему. Как раз туда и отправляемся. Тоже улучшать надо стыковочную вот эту шахту. Ну и здесь и поставим. Это что такое? Где ты тут? Вот он. Замечательно. Так. Отлично. Улучшайзер есть. Так, где тут у тебя? Вот он, отсек. Стоп. Ты чё? Такие вещи выбрасывать нельзя. А давайте посмотрим, как это действует. Ага. Вот оно как. Ну ладно, погнали. Нам нужен кианит. А, кстати, улучшение... Там кианит же нужен, да? Что еще? А, эта штука. Сейчас накошмарить будет. Так, здесь. Ну, кианит, понятно. Комплект проводов фигня. Улучшение реактивного... Слушайте, можем сделать. А, у нас титана нет, да? Ладно, за кианитом. Так, сразу ныряем туда. У нас 1300. Разрешенная глубина. Так, на всякий случай, наверное, подзарядимся. И погнали. Вот вижу кианит. Я не вижу куда. О, сюда. Так, ты что? Серебряная руда. Заберем. Здесь 50 градусов, смотрите-ка. Пока хватит. Так, я вижу кианит. А, и вот он. Нам надо туда. Так, повисим пока. Наберем энергии. И взлет. Вот как можно, если что, выходить из ситуации, потому что тяжеловато. Во, берем. Так, отлично.
Его бы побольше тоже. Долго свернется, смотрите-ка. Что-то он вообще не сверлится. А, вот вроде. Вроде как бы. Не всегда, кстати, крошится, но... Почему-то не добывается. Он может падает, исчезает в этой лаве. Ну да, больше похоже. Ох ты, что за пиявки. Ну-ка. Местный фромажинл. Лавовая личинка. Сейчас посмотрим. Лавовая личинка похожа на личинку вид с отсутствующим зрением и обонянием, но способна чувствовать и выкачивать тепло и электроэнергию из окружающей среды. Понял. Иди отсюда. Моя энергия. Так, погнали вон еще океанит. Что-то как-то мало мы насобирали. Так. Добываем. Да, вообще не добывается. Смотрите, как мало его здесь. Может, у меня переполненный, а? Нет. Вообще нет. Просто не добывается. Прикольно. Что я могу сказать? Ой, как много. Зато за раз сейчас собрали нормально 4 штуки аж. О, пошла. Жара. Так. О, еще 2 кусочка. Еще кусочек. Замечательно. Ну, ну, чуть-чуть. Я думаю, хватит, да? Да. Погнали наверх. Там никель образовался еще. А, тут маленький кусочек. Ну, заберем, что он валяться, что ли, будет? В смысле? Что, бурить надо? Как странно. А собрать нельзя? Просто так. Да. Придется вылазить. Так, у нас энергии так не хватит. Сейчас поднакопим энергии. А, во, сюда можно. Сейчас там какие-то личинки присосались. Уберем. Твою налево. Хорошо, что рядом. Долетели. Боится. А, он за нами даже, нифига себе. Опасненько. Да что такое?
Блин. Цепляйся. Ой, блин, так долго буду убираться. Держись. Получается, надо набирать и идти. Нам надо на ту сторону. Так. Вот туда сейчас. Вот, блин. Ладно. Так что ж тут так не видно ничего. Так, вот как. Ну, выбираться отсюда надо. Так, иди отсюда. Угу, не понравилось. Так, личинище. Так, повисли. Нам туда. Набирайся быстрее. Так, он далеко. Давай, 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 давай. Так, набираем. Защищаться будем. Ё-моё, мы на другой стороне. Так, здесь титан есть. Заберем. Так, она внизу прям. Собирается приполнено. Так, забираем это все к себе в рюкзак. Добуриваем и идем обратно. Все, что ли? Здесь все.
Отлично. Так, нам наверх. Замечательно, мы прибыли. Так, сразу паркуем, наверное, да, пусть заряжается. Нет, проскочили. Друзья, давайте закончим Priestcon Crab эту серию и в следующую отправимся в лавовый биом. Да. Всем счастливо, всем пока и всем удачи.